Так. Очень коротко и быстро слева к нам вползает в кадр Юпитер 125-кратного увеличения. Справа 21.34 по Киеву. По Киеву в Харькове 26 июля 2020 год. 125 крат увеличения, полос не вижу, Юпитер стоит над горизонтом. И слева еще должен быть спутник Европа, замыкает шествие. Справа был Ганимед и Каллисто, его за Юпитером. Очень коротко снимаю, МКС только что снял в предыдущем дубле. Что-то там даже получилось, по-моему, очертание его снять. Это ниже фонарь. А мы ищем Юпитер это был, Сатурн. Вот Сатурн. Ну, это, конечно, просто эпопея какая-то получилась. Я с 4 числа начал снимать парад планет 4 июля. Сегодня 26-е. И, по-моему, один день был только, когда то ли утром, то ли вечером съемок не проводил. Просто какой-то парад планет. Эпическое количество съемок было произведено с разным успехом. Но, по-моему, 5 числа наиболее удачные получились съемки. Все планетки, полная огромная луна. Так, комар куда-то залетел, резкость подправить, наверное, хочет мне помочь. Так, влезает Сатурн, сейчас еще луну сниму и по домам, готовится к рабочему дню. Так. Увеличивается расстояние уже до планет. Был у нас недавно в оппозиции Юпитер и Сатурн. Юпитер я не снял, потому как раз был дождливый день. В оппозиции это на ближайшем расстоянии. 14-го, по-моему, был Юпитер. Так. 20-го, что ли, был Сатурн. Юпитер 621 миллион километров сейчас от Земли. А Сатурн 1 миллиард 346 уже километров миллионов. Так, резкость, не резкость. Где-то здесь. Да, в общем, было облачно, в общем, было ветрено. Сейчас осталось только колебание воздуха, как атмосферы Земли. Почему Луна так переливается? Изображение над горячим асфальтом летом. Вот она, наша красавица. Чудесно. Даже как-то эти плывущий воздух атмосферности какой-то добавляют. Так не каждый раз. Видно, что масса воздуха теплого с холодным в атмосфере Земли перемещается. Такой эффект дают.
Да, в предыдущем дубле я говорил. В комментариях просили, чтобы посмотреть, что это за кратер. Не нашел, что это за кратер с вот этой пимпочкой в середине. Вчера он эффектно, конечно, выглядел. На терминаторе. На грани. На границе между светом и тенью. Здесь никого не укачивает от таких. Глянь, краса какая. Вот эти вот три. Как след от кошачьей лапки, трех подушечек. Сейчас попробую конкретно их в кадр взять. Вот они. Сейчас будут слева вползать. Да, 125 крат увеличение оптическое, плюс еще 4 цифровое. Ладушки, до следующих съемок. июля 2020 года, Харькова, 21:41 по Киеву. Воскресенье, 50-я параллель северной широты. О, давай еще раз на Юпитер с Сатурном. Так, это фонарь. На фонарь не обращаю внимания. А вот приблизиться к Юпитеру, к его спутникам просто вот так, за секунды, доставляет мне удовольствие. Юпитер 621 миллион километров, сказал уже. И Сатурн. Один миллиард триста сорок шесть. Да, меня извиняйте же. На ходу вручную. Но уж больно захотелось. И слетаем на Луну. Yeah.